Друзья мои, со мной на прогулке. Погода замечательная. Солнышко там встает. Я выбрит и молот бритьем. Тихо, морозно, хорошо. Заодно сделаем прогноз. Ну, примерно на 22, до 22 декабря. Значит, световой день уменьшается, то есть энергия от солнца у нас становится на минимуме, то есть наши энергетические силовые установки тоже ее недополучают, потому что в конце концов вся энергия, которая у нас в Солнечной системе имеется, зависит от солнышка. То есть до 22 декабря так ничего серьезного особо не делайте. Вдобавок сейчас уже примерно осталось, сегодня, кстати, 28, по-моему, или 29, по-моему, ноября. А дело идет к новолунию, то есть четвертая фаза Луны. Это тоже лунный цикл кончается. И накладывание одного цикла на другой, два минуса, ведет к тому, что энергии вообще мало. Поэтому на ближайшую неделю, ну, как бы сказать, буквально такие числа до 7 декабря примерно, до 6 декабря, когда там будет у нас новолуние. То есть до 6 декабря вообще затаитесь. А, видите, вон как раз Луна. Последняя четверть, это как раз где-то дней сейчас 8 осталось. То есть в течение вот этих последних 8 дней проявляйте минимум активности. Особо я бы предостерег от каких-то таких действий, в какой бы то сфере ни было. Вот такая хорошая рекомендация, связанная с минимум энергии, получаемой от солнышка и от Луны. Ну вот пока и все. То есть эту рекомендацию, конечно, можно рассматривать по-всякому. В первую очередь ограничить трату физических сил, интеллектуальных сил, особо дел никаких не начинать новых. Наоборот, надо к этому времени заканчивать.